Если вы получили сообщение в WhatsApp о надбавке к пенсии, не верьте. Это орудуют мошенники. После старта в России пенсионной реформы пользователям мессенджеров приходит аудиосообщение. В них женский голос призывает прийти в территориальный орган с паспортом и потребовать дополнительные 720 рублей. Здравствуйте. Вам положена надбавка к пенсии 720 рублей. Ждем вас в территориальном органе Пенсионного фонда России с паспортом. При этом настоящие сотрудники ПФР никогда не рассылают уведомления с помощью WhatsApp или Viber. Чтобы избежать неприятных ситуаций, будьте бдительны. Не сообщайте персональные данные по телефону или в социальных сетях. Актуальную и достоверную информацию о новых выплатах или изменениях в законодательстве можно уточнить на официальном сайте Пенсионного фонда России.